направлении философском, то вот эта категория бытия берется для самостоятельного изучения. У нас есть в Институте философии кафедра, называется так, кафедра онтологии и теории познания. Ну, понятно, что теория познания зависит от того, как понимать бытие. Если бытие понимается как материя, то вот теория познания – это познание материи. А если бытие понимается как бытие идеи, то теория познания сводится к тому, чтобы понять идею. Если мы возьмем фундаментальное произведение Гегеля «Наука логики», на которое я чаще всего буду ссылаться, чаще всего я буду ссылаться не по той причине, что вот кому-то понравилось, в том числе мне, изучение этого произведения, а по той простой причине, что Гегелю удалось создать такую философскую систему, которая подытожила предшествующее развитие философии и, как говорится, для нас с вами сэкономила время и отдельные, так сказать, довольно обширные философские концепции свела к некоторым категориям, поскольку Гегель считал, что критика не должна состоять в отвержении. То есть, если вы что-то критикуете, это не значит, что надо оттолкнуть, отбросить, забыть. Это значит, надо найти этому место в развитии человеческой мысли. Поэтому то, что в философии имело какие-то плоды, следы и так далее, нашло соответствующее место и в гегельской философии. Вот почему Энгельс написал такую работу, которая называется «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». То есть, по сути дела, немецкая философия в идеалистической форме дошла до построения системы. Мы о ней уже с вами говорили. Система состоит в том, что вот есть идея, идеалистическая система, есть идея. Идея, имея внутреннее противоречие, развивается, доходит до создания материи. Идея первична, материя вторична у идеалистов. Материя дальше развивается до человека, до своей высшей формы, обладающей сознанием. А сознание – это форма. Это свойство высокоорганизованной материи – отражать себя и мир. И вот дальше материя в лице человека познает самое себя и тем самым познает и идею. И тогда идея приходит к самой себе. Но поскольку сразу за Гегелем выступил его бывший ученик Фейербах, тоже представитель немецкой классической философии, написавший работы «Сущность христианства» и изобразивший религию как отражение в сознании, фантастическое отражение земной жизни в виде изображения ее как жизни небесной. Так что святая семья это, так сказать, имеет своим прообразом земную семью. И то, о чем мечтали люди в набренной земле, это воплотилось в мечты о том чудесном существовании, когда они вознесутся наверх и когда они будут жить вечной жизнью, но после страшного суда. То есть, после того, как выступил Фейербах, и когда появилась возможность материалистически истолковать диалектику Гегеля, то можно эту же самую диалектику было рассмотреть как материалистическую конструкцию, как бы убрав вначале идею. Есть материя, она развивается до самой высокой своей формы. Самая высокая форма материи – это человек. Человек обладает сознанием, отражает материю, и тем самым материя приходит к самой себе. То есть, вот, скажем, две вот эти конструкции философские, одна – философский идеализм, а другая – материализм, они как бы одна включают другую.
философский материализм рациональнее, в том смысле, что он не берет эту идею, которая, так сказать, умозрительно получается, ничем не доказывается, и, соответственно, вот этот вывод, что идея приходит сама к себе, заменяется тем выводом, что материя познает самое себя в лице человека, благодаря его, с одной стороны, теоретической деятельности, а с другой стороны, практической деятельности. Но самое интересное, что именно у Гегеля, еще в идеалистической форме, в самом последнем его и наиболее ярком выражении, формулируется абсолютная идея. Абсолютная идея как единство теоретической идеи и практической идеи. Теоретическая идея – это идея отражения мира, а практическая идея – это идея его преобразования, идея блага или идея добра. Или идея добра. Вот, собственно, два этих основания – фейербаховский материализм и гегелевская диалектика – они положили, можно сказать, или можно считать их краеугольными камнями современного материализма, материализма диалектического. Но отсюда и, так сказать, роль Маркса с Энгельсом, который, так сказать, ниоткуда не выскочили, неизвестно откуда, и не начали выдумывать какую-то философию, а они стоят на плечах вот таких гигантов, как Гегель, который подытожил все развитие философии и систематизировал за 2000 лет, и Фейербах, который дал, так сказать, такой толчок к материалистическому пониманию и истолкованию диалектического взгляда на мир. Но сам остался на позициях созерцательного материализма. То есть, что вот мир существует независимо от человека, а человек может его отражать. Но отражает мир так же хорошо и явление самого этого мира. Не только в зеркале можно получить свое отражение, можно получить свое отражение в озере, в реке, в пруду и даже в обычные лужи, которых сейчас у нас много в марте, поскольку у нас таяние происходит, и еще до замораживания, которое будет в понедельник, мы не дошли. И поэтому каждый может заглянуть в эту весеннюю лужицу и посмотреть там самого себя. Да. Ну вот надо было понять, с другой стороны, что вот эта философия, несмотря на то, что она вроде бы и опирается на предыдущее развитие, и что она материалистическая, она довольно примитивная получается, если отражение сводится только вот к тому, чтобы зеркально изобразить, что происходит. В этом плане Гегель значительно дальше продвинулся, чем идеалист. Гегель продвинулся дальше, чем материалист Фейербах. Потому что у Гегеля, как мы уже говорили, абсолютная идея предполагает не только отражение мира, но и его преобразование человеком. То есть практическую деятельность и проверку этой деятельности, правильно ли мы отражаем мир. Как проверить, правильно ли мы отражаем мир? Если мы можем преобразовать этот мир и приходим к тем результатам, которые мы наметили, то значит мы правильно его понимаем и отражаем. А если мы в нашей преобразующей деятельности не приходим к тому, к чему собирались и должны были прийти, поскольку идея была такая, а начали реализовывать, получили другое. Значит, тем самым та идея, которая у нас была, была ложной. Или она натолкнулась на серьезные препятствия. Может быть, и второе толкование этого дела. Во всяком случае, деятельность человека, прежде всего материально-производительная деятельность, является и критерием истинности познания, и дают другое понимание истины, более высокое. Значит, такое характерное для 2000-летнего развития философии понимание истины было в следующем. Истина – это соответствие понятия объекту. Вот есть некоторый объект, если я его правильно отражаю, значит, это истина.
Если он не получает правильного отражения, значит, истины мы не получили. Но на что обратил внимание Гегель, и что подхватили потом и Маркс, и Энгельс, хотя и встали на материалистические позиции, что дело не только в том, чтобы отразить мир, а в том, чтобы его преобразовать. И тогда идея, которая реализуется, может быть изображена так, что вот есть некое понятие, в соответствии с которым вы перестраиваете, переделываете, преобразовываете действительность материальную. И тогда уже истина определяется не просто как соответствие понятия объекту, а как соответствие объекта понятию. Вы решили построить дом, вначале вы имеете идею этого дома, чертеж, план, проект, а в результате вы имеете то, что является реализацией проекта. Надо сказать, что вот нынешнее вольное словоупотребление и модное словоупотребление или злоупотребление словом «проект» понимает почему-то или использует проект не в виде проекта, а в виде чего-то законченного. То, что закончено, уже не проект. Если у вас только проект, значит, вы еще только собираетесь сделать, правильно? А если вы уже сделали, то это уже не проект. Он был проектом, а сейчас является фактом действительности. И тем не менее, вот как вы можете видеть, очень часто в прессе, в печати, в средствах массовой информации говорят, вот я руководитель такого-то проекта, хотя это уже давно не проект, а уже давно свершившийся факт. И речь идет об определенном, скажем, деле или о производстве определенном, или об определенной организации, которая создана, учреждение, которое имеет место. И поэтому не о проекте должна быть и речь, а о том, что этот проект реализован, и поэтому проектом уже не является. Ну вот теперь, значит, если говорить об онтологии, о которой мы повели сегодня речь, о науке о бытии или учении о бытии, то это учение о бытии, может быть, тоже с учетом сказанного, рассматриваться как учение о том бытии, которое имеет место в действительности, то есть о материальном бытии, и о бытии, которое в нашем сознании. В нашем сознании Бог есть? Бог умер, как Ницше. Как же умер, когда вы только что опять сказали? Только что. Вы не слышали? У нас записано все. И мы можем это воспроизвести многократно. То есть в нашем разговоре он есть. Теперь в головах верующих есть. В головах тех людей, которые на этом поприще деньги получают, священнослужителей, он не только есть, но он им жить помогает. А без него бы они ничего не сделали, если бы эта социокультурная реальность не присутствовала. То есть, когда мы говорим «есть», это достаточно абстрактная категория, философское бытие. Она не отвечает на вопрос, где есть, как есть, почему есть. Правильно? Есть и все. То есть, если я вот вас про что-нибудь спрошу, есть ли это, то, значит, тем самым я никаких других условий тут не выдвигаю. Вот в произведении Гегеля «Наука и логика» есть три книги. Две книги относятся к объективной диалектики, объективной логики. Первое – учение о бытии, можно сказать, вот она, онтология. А вторая книга – это учение о сущности. И вот в учении о сущности вы найдете категории существования. И вот нам надо решить, когда мы будем что-то писать или с чем-то выступать, мы будем говорить о том, что это есть или это существует. В чем разница? Ну вот, если вы проследите движение категорий в науке логики, вы поймете, что когда речь идет о существовании, есть разговор не о том только, что это есть, а есть с определенным основанием, то есть основание для того, чтобы это было, раз. И, во-вторых, есть условия, в которых сущность этой вот того, что есть, выступает таким внешним образом. И по этому поводу, например, Гегель пишет, что для какой-нибудь, когда для какой-нибудь сути дела
созданы все условия, она вступает в существование. Вот для того, чтобы сдать, скажем, экзамен, который вам предстоит сдавать, надо это разобрать, то разобрать, и это все условия, 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 условия. Когда они будут, все эти условия, выполнены, то суть дела, а суть дела состоит вовсе не в том, чтобы вы сдали экзамен. Правильно? Суть дела в чем? Суть дела в развитии своего сознания. Правильно? И приобщение ко всеобщему, которым занимается философия. Особенно это важно для журналистов, потому что по роду своей деятельности они чем занимаются? Всеобщим. Пишут для всех и обо всем. И по роду деятельности выступают специалистами по всех вопросах. Во всех вопросах. А раз во всех вопросах, как вот удержаться на какой-то прочной позиции и не свестись вот к тому, как дилетантству, когда мы давайте будем говорить обо всем, в чем мы не разбираемся. Я думаю, что вот философия дает такое средство, если она наука о всеобщем, то, конечно, скажем, журналист, может быть, он в каких-то конкретных вопросах, конкретной деятельности и не разбирается, хотя он будет писать, когда он будет разговаривать со специалистами, с трудящимися, с людьми, которые об этом могут сказать больше. Но в главном, в основном, он разбирается, потому что тот человек, который знает философские истины, он знает о всеобщем, то есть о том, что есть во всякой деятельности. Поэтому он не попадет в просак, и не получится так, что он сделает крупные ошибки. И наоборот, очень часто специалисты в отдельных областях, прекрасные специалисты, как только они делают шаг в сторону и попадают в другую область деятельности, они из-за того, что они попали в другую область деятельности, где они не специалисты, говорят там такие вещи, которые не только далеки от истины, а прямо ее извращают. И поэтому есть такое понятие, как профессиональный идиотизм. Он и состоит в том, что вот человек в своей узкой профессии имеет замечательные передовые взгляды и позиции, а в соседних уже областях он там поддерживает какие-то отсталые или ошибочные теории, или вредные теории. Вот для того, чтобы этого не было, и существует журналистика, которая выполняет как бы ту же самую философскую роль, но вот как раз в ее действующем, в активном исполнении. То есть кто такие журналисты? Это те же самые философы, но выступающие как преобразующие мир философы. То есть относящиеся к идее не столько теоретической, сколько практической. Но практическая идея включает в себя теоретическую, то есть она богаче. Почему? Потому что нельзя что-то преобразовывать, не разобравшись в том, что вы будете преобразовывать. То есть если философы классифицируют, еще говорят, что есть вот теоретическое отражение, есть практическое отражение, но поскольку журналисты, они представляют собой инструмент своей деятельности, инструмент, с помощью которого действительность преобразовывается, от позиции журналиста зависит, в каком направлении будет идти движение. А в каком направлении может идти движение? Вот мы должны в общей постановке вот, не просто говорить о том, что есть. Это будет вот антология в таком фейербаховском понимании, мертвом, можно сказать, понимании. А движение может идти в сторону развития и в сторону деградации или разрушения. Вот мы сейчас проведем научный эксперимент. Вот как раз я тут присутствую как профессиональный философ, а вы как те люди, которые на передовой, которые, так сказать, эту философию применяете для того, чтобы двигаться вперед. Что такое развитие, кто скажет? Но это слово всем известно. Правда? Это процесс. Процесс, да. Так? Который происходит у каждого человека. То есть либо стагнация, либо... Вот это развитие. Либо стагнация, либо сейчас я выйду, споткнусь, так, разобью себе лоб, и меня увезут на скорой. Это будет развитие. Движение. Так? Вот, там есть люди просвещенные, вот они в красном тут у нас присутствуют. Вы, если что, обращайтесь. Чтобы было видно, к кому обращаться, то вот, пожалуйста, повернитесь и не забывайте. Движение. Ну, у нас же критический, подход к философии, да? Я вот, если вы не против, я иногда буду придираться к высказываниям. Вот вы сказали, движение от низшего к высшему, от простого к сложному. А кто движется?
То есть то, что вы сказали, правильно. И очень часто так и определяет развитие. Но встает вопрос, может быть, это какое-то третье, которое есть низшее, есть высшее, так и есть движение от низшего к высшему. У нас есть первый этаж вот здесь. Там кафе-то работает на первом этаже? Нет? Под лестницей. Ну, сегодня закрылось, но в принципе-то работает. Работает. Вот это, так сказать, оно низшее. А вот вы поднялись на высшее, на четвертый, на пятый этаж. Это движение от низшего этажа к высшему этажу. Это ваше развитие? Кто развивается здесь? То есть, если идет строительство, конечно, если идет строительство и возводится здание, вот сейчас мы наблюдаем, можем наблюдать, как возводится эта самая башня, вокруг которой было столько споров, в том числе, в которые в эти споры вмешивались журналисты сплошь и рядом по поводу этой кукурузы, которую строили. Собирались сделать Охта-центр, а теперь это Лахта-центр. Сколько там уже этажей? Где-то подходит уже, наверное, к 50, да? А должно быть около 100. И вот оно уже вот начинает возвышаться над городом все больше и больше. И уже кажется уже не такой объемной, а уж очень даже узкой и тонкой. Ну, там идет вот этот процесс движения от низшего к высшему, от малого числа этажей к большему числу этажей, пока не дойдет до той самой величины проектной, которая была заложена изначально в идее. Вот какая была идея? Столько этажей, сколько было, столько будет сделано. Хотя бывает и не так. Наверное, вы помните такой градостроительный инцидент, который у нас был, что вдруг на 26-й линии Васильевского острова появилось здание, которое на несколько этажей превышало, так сказать, все остальные доминанты архитектурные, которые были на Васильевском острове. Ну и несмотря на то, что у нас есть главный архитектор, который, наверное, подписывал, утверждал, тем не менее, вот так получилось. Чем дело кончилось? Тем, что строителям сказали, ну, вы построили, да? Молодцы. Теперь срежьте два этажа. И два этажа срезали. И теперь все в порядке. А иначе с Дворцового моста, когда люди приходят, там, туристы, вы смотрите и видите вдруг, ну, кроме там вот этих труб, которые, конечно, не очень украшают в мостах, огромных труб. И вот еще и было такое здание, ничего собой не представляющее, которое, скажем, соревновалось с кунсткамерой. Потому что кунсткамера маленькая, здание там большое и так далее. Так вот, возвращаясь к тому, как определяется развитие. Развитие идет не от чего-то к чему-то, а развитие чего? Развитие любого организма, предмета идет как развитие низшего к высшему. Вот, скажем, студент... Журналист, это кто такой? Это журналист в становлении, и он развивается от журналиста в становлении к журналисту в полном смысле этого слова. Так, журналисту-бакалавру, по крайней мере, вы развиваетесь, так? Я правильно понимаю? Одно здание вам срезали, это вот, чтобы специалиста не получалось. Раз, и стало 4 года. Еще не додумались сделать 3. Вот я преподавал философию истории историкам. Историки туда записывались на философию истории. Кто на историческую лингвистику, кто на философию истории. И всем курс нравился. Но раз и сделали не историков, специалистов. Это вот год назад свершилось. Еще год назад они защищались дипломники, специалисты, историки. А теперь бакалавры. А бакалавр, с прискорбием могу вам сообщить, что он не имеет права поступать в аспирантуру. Раз. Называть в ВУЗе на том основании, что он бакалавр, то есть надо чего-то еще получать, кончать и так далее. Хотя специалист мог, пожалуйста, я вот математику кончал, матмех, я могу пойти преподавать математику, если что. И если он на госслужбе, в его подчинении не может быть более одного человека. Но я думаю, что это никто проверять не будет. Но тем не менее, вот люди, созидатели этого вот движения, движение по укорачиванию числа лет обучения, они какое совершили движение? От низшего к высшему или от высшего к низшему? От высшего к низшему. К низшему. И вообще, как выясняется потом, это уже не определение развития,
А это понимание развития. Развитие всегда идет через борьбу противоположных тенденций. Какая сторона победит? Если победит противоположная тенденция от высшего к низшему, возьмет верх, тогда, значит, и все движение будет идти от высшего к низшему. А если победит тенденция, которая двигает низшее к высшему, тогда и в целом будет иметь место развитие. Поэтому развитие идет через борьбу противоположностей, через борьбу противоположных тенденций. Это не определение развития, это уже вывод из изучения развития как процесса борьбы противоположностей. А как называется такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития, товарищи журналисты? Скажите, пожалуйста. Вот мы различили в развитии две противоположные тенденции. Одна совпадает с этим движением низшего к высшему, простого к сложному, а другая ему противоположна. Как назовем? Да, да, прогресс – это вот движение, которое совпадает с направлением развития. И регресс – это тенденция, которая противоположна. Поэтому, если говорить вот строго научно и формально, регресс – более богатая категория, чем развитие. Потому что надо, чтобы понять, что такое регресс, надо сначала понять, что такое развитие. И вот тогда только в развитии вы найдете прогресс и регресс. И скажете, регресс – это такая линия в развитии, которая противоположна направлению развития. Правильно? Богатая не в смысле, богатая, так сказать, чем-то таким хорошим, а в смысле большего содержания. Просто содержание здесь в нем заключено уже содержание развития, и плюс еще вот понимание того, что это движение противоположно. Отсюда вытекает для нас очень интересный факт, что поскольку вот журналист, и он, так сказать, благодаря воздействию на умы читающих, смотрящих, вот, или слушающих, благодаря вот этому воздействию он может, поддерживать позитивную тенденцию, то есть тенденцию прогресса, б, может поддерживать негативную тенденцию, тенденцию регресса, и может поддерживать то позитивную, то негативную по принципу, что вот сейчас что-то такое очень яркое, звонкое, и все это обсуждают, давайте это будем поддерживать, независимо от того, куда это направляется. Поэтому, ну, можно сказать, что вот не в порядке там совета журналистам сказать, а вот будьте такими, а в порядке того, что журналист должен осознавать, что он либо он носитель прогресса последовательный, и, соответственно, у него есть позиция журналиста, что он, когда он освещает какие-то события, он при этом не вообще, так сказать, безразлично это освещает, а освещает с позиции поддержки прогрессивных тенденций. Они вот как раз и нуждаются в поддержке, поскольку новое передовое не всегда сильное, а очень часто даже слабое. Правда? А и наоборот, он может взять и поддерживать негативные тенденции. Все равно, говорит, умирают люди, пусть еще больше умирают. Тогда народ проснется, увидит, что все умирают, и что-то сделает хорошее. Дескать, вот нищета у нас есть, движение в сторону нищеты, раз у нас есть инфляция, давайте пусть быстрее будет инфляция, и пусть люди возмутятся, и что-то все перевернут. Хотя все прекрасно понимают, что, так сказать, если люди просто бунтуют, то это, так сказать, голые отрицания, и из бунта ничего положительного никогда не получалось. Вот революция, да, революция, она создает что-то более высокое. Она, собственно, и определяется как не вообще какой-то переход в другое состояние, а переход обязательно в более прогрессивное состояние, более развитое. Поэтому, скажем, то вот мы наблюдаем в трудах журналистов очень много грубых, ну, таких вот ошибок с точки зрения понятия революции. Революция, например, пишут о каких-нибудь там оранжевых революциях. Какая там революция? Там оранжевая революция, если был, допустим, на Украине капитализм, то и есть там капитализм. Там какой строй? Что там стало? Коммунизм? Нет. А почему революция? А переворот произошел. Так переворот – это не революция же. Переворот. Всякая революция – это обязательно переворот. Но не всякий переворот – революция. Или революция тюльпанов там в Киргизии. Куда это? Что там перевернулось? Ну, было капиталистическое государство слабенькое.
И сейчас оно государство тоже слабенькое. А была революция роз. А где? В Грузии. Ну и как? Что там с родами? Кто там с родами пришел? Пришел тот человек, которого в Грузии, так сказать, уже считают персоной нон-грата, и который был губернатором на Украине, да? Или, скажем, какие мы еще знаем перевороты? Сколько угодно переворотов. Переворот Соединенные Штаты Америки совершили в Ираке. И пришли с вооруженной силой под предлогом, что мы ищем, нет ли тут оружия массового поражения у вас. Боимся мы вас. Страшно мне. Раз нам так страшно, мы пришли и повесили законно избранного президента страны. Точно так же пришли во главе с Соединенными Штатами Америки, крупнейшее государство, в Ливию, в котором было бесплатное образование, бесплатное обучение, в которой давали жилье молодым людям по окончании высших заведений или вообще обучения. И там нет вообще государства. То есть не то, чтобы там вместо буржуазного государства появилось какое-то передовое или какое-то отстало, а вообще нет там государства. Там есть несколько правительств, не менее трех. В разных углах этой Ливии они существуют. Есть один авторитетный военный, который пытается силой централизовать там власть. Но при этом совершается следующий процесс. На Ближнем Востоке имелось три светских государства. Что такое светское государство? Государство, которое построено не на принципе господства какой-нибудь религии. Правильно? То есть государство как бы от религии дистанцируется. Это в соответствии с идеалами Великой Французской революции. Правильно? Какие идеалы были? Отделение церкви от государства и школы от церкви. И тогда, раз уже разбили два государства, которые были светские, государства стали религиозными и в Ираке, и в Ливии. Вот это месиво, которое вместо государства, после того, как разорвали на части Муаммара Каддафи, который нам был ни сват, ни друг, и, как говорится, мы, так сказать, вовсе не считаем, что непосредственно нас затрагивал, но вот мы наблюдаем, что там произошло. Осталось единственное светское государство сирийское. И те же самые крупнейшие державы, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, добропорядочная Франция, они требуют, чтобы, дескать, пусть уйдет президент Сирии. И что будет? А будет там столица тогда, исламского государства. Я думаю, это все понимают. Если уйдет последний представитель, так сказать, светского государства на Ближнем Востоке. А дальше вот это самое исламское государство к нам придет, в Среднюю Азию, и мы будем описывать, как мы доблестно боремся с этим исламским государством. Потому что сейчас оно запрещенное как бы движение у нас в России, а если оно станет государством в полном смысле слова, можете его не признавать. Его признают другие. Вот, например, Южную Осетию не признают? Да? И что? Ну, как наши представители нашего Министерства иностранных дел заявляют, ну, этого, если Россия признала, это уже достаточно. Это действительно достаточно для существования на международной арене такого государства. И все. Или иногда спрашивают, откуда может получить, скажем, оружие Республики Донбасса и ЛНР. Как откуда? Они могут купить в Южной Осетии, например. А кто может продать в Южной Осетии? А в Южной Осетии может Россия продать. Вот и все проблемы. Никаких проблем нет. То есть вот мы взяли только понятие одно, развитие, да? И сразу мы можем с помощью этого понятия выйти на такие крупнейшие проблемы сегодняшнего дня и освещение этих событий, то есть с каких позиций будем, с позиции поддержки
прогрессивных тенденций или с позиции поддержки реакционных тенденций. Но если человек не владеет, так сказать, не различает, что прогрессивно и что реакционно, то его позиция, ну, так сказать, плавающая. Он может быть, ну, так сказать, носителем и негативных тенденций или беспорядочно, так сказать, с его точки зрения не имеет никакой, так сказать, такой глубины и стройности, и точности. Ну вот если вы поставите вопрос в связи с онтологией, как такой ветвью философии о бытии, то выясняется, что вот бытие, как мы уже говорили, может быть бытие в смысле бытия материального мира, но и в смысле бытия некоторых идей и бытия некоторых произведений, в том числе литературы, искусства, журналистики, правда? То есть это широкое понимание бытия. Вот. И при этом, если мы хотим углубиться в понимание бытия, мы должны вот взять, хотя бы полистать науку логики Гегеля, мы там увидим, что есть, например, чистое бытие. Потому что если я первый раз вас увидел, вы есть, и я еще о вас не только ничего не успел сказать, еще ничего не успел узнать. Поэтому это что такое? Значит, вы для меня чистое бытие не в том смысле, что вы сами по себе чистое бытие, но вот с точки зрения познания пока чистое бытие. Хотя передо мной стоит задача, как человеком, который будет у вас у каждого лично принимать экзамен, ну, так сказать, перехода от бытия чистого к бытию просто, по крайней мере, это раз. Как называется бытие просто? Вот оно, тогда, когда речь идет о переходе бытия в ничто, а ничто в бытие, она связана с такими категориями, как возникновение и прихождение. Еще до того, как мы дойдем до прогресса и регресса, уже мы различаем, бытие переходит в ничто или ничто переходит в бытие. Да? А потом идет спокойное бытие. Есть наличное бытие. Наличное бытие. Это результат снятия становления. То есть, когда мы знаем, что есть кроме бытия и какое-то ничто, но оно не налицо. Мы его не видим. Мы его не видим, но журналистика может о нем написать. Почему? А потому что оно есть, но в нем, в этом наличном бытии. Например, в каждом человеке, в самом замечательном, есть его недостатки. Правильно? Или есть тут такие люди, которые не имеют недостатков. Я просил бы таких людей встать и выйти отсюда. Это явные обманщики. Никто не встает. Но когда мы наблюдаем, смотрим друг на друга, мы же видим не недостатки, правда? Мы видим некое положительное целое, но что такое, не будем про ваши недостатки, будем про мои. Если они есть у меня недостатки, это мое утверждение или это мое отрицание? Ну, как же утверждение? Мое утверждение вот положительное, я что-то хорошее пытаюсь вам дать. А недостатки – это то, вот, что я что-то не сделал или неправильно вам все задал. Это недостаток. Это не, это отрицание. Это не мое утверждение, а мое отрицание где? В вас или во мне? Во мне. То есть отрицание, недостатки мои, они не в вас, а во мне. Верно? И это каждый может про себя сказать, что мои недостатки во мне. Я вот видел такие, значит, в некоторых статьях, правда, иностранных я это видел, пишут, что вот спасибо Иванову, там, Петрову и Джону такому-то за сделанные, так сказать, советы и информацию, которую я использовал в своей статье, а за недостатки я сам несу ответственность. Ну, правильно? Неужели те, которые мне помогали, несут ответственность, если кто-то там что-то неправильно написал или сказал? Так вот, если у меня есть недостатки, они есть отрицание бытия. А отрицание бытия называется уже не ничто, а как? Небытие. Чтобы тут раз навсегда эту проблему решить с такими простыми названиями, надо запомнить, что отрицание выражается такими категориями простыми, как не или ничто. А небытие? А небытие – это отрицание бытия? Не бытие. Вот тут не стоит впереди, видите? Но если мы будем, так сказать, запоминать механически, то мы попадем в просак. Почему? Потому что
Вот категория «нечто» – это еще одно бытие. Иногда употребляем и говорим, ну это нечто, да? Говорим, вот пришли в музей, в театр, говорим, вот это же замечательное произведение, это нечто. Это явно положительное высказывание, правда? А вы напишите и посмотрите, впереди нахально стоит «не». То есть вот это «не», вот если бы было «не» и «что» отдельно, ну это было бы отрицательное высказывание, правда? А «не», которое стоит вместе с «что», «нечто», это как раз вот то самое определенное наличное бытие, которое называется наличное сущее или нечто, и выступает как положительное. Ну что мы можем, глядя на это, вот на эту запись, как ну, люди пера, если мы так, и журналисты, то мы пишем и смотрим, что мы пишем. И думаем, и обдумываем то, что мы пишем, и видим это «не». Это значит, что в нем, в этом нечто, заложена борьба. Или «не» будет кушать это «что», или «что» будет кушать это «не». И вот если вы для интереса будете читать вот соответствующий раздел, это называется «нечто» в первом томе «Науки логики», вы увидите, что если мы будем рассматривать это «нечто», и мы тогда усмотрим в нем отрицание, раз в нем есть отрицание, то, следовательно, оно содержит в себе, оно – это нечто, наличное бытие, оно – результат снятия остановления, поэтому в нем содержится ничто. А раз содержится ничто, то оно представляет собой само становление, хотя по форме оно сейчас спокойное и одностороннее, как бытие. И, следовательно, надо рассматривать его не просто как спокойное и простое, а как с одной стороны, а как такое, в котором есть и то, и другое, и нечто, и иное. И получается, что мы, глядя на это нечто, приходим к пониманию того, что в нем, в этом есть и нечто, когда в целом, и иное одновременно. Но они пока в нашем, так сказать, рассмотрении разъединены. Дальше вот то, что написано у Гегеля, представляет собой некоторый фокус. Нечто как записать? Отличную сущность. Не понял? Нечто как записать? Нечто? Нечто. Вот нечто мы рассматриваем, нечто. Вот дальше то, что мы будем делать, представляет собой некоторый фокус логический. Нечто. А именно, если у нас есть нечто и иное, это же тоже нечто, правда? Вот две категории на равных. Одно нечто и другое нечто. Два нечто. Одно называется нечто, другое иное. Какая разница, что взять за нечто, что взять за иное? Вот если вас возьмем за нечто, то я иное. Согласны? А если меня взять за нечто, то вы иное. Безразлично, что взять за нечто, что взять за иное. И вот такой взгляд, так философский, который не пропускает эти моменты, начинает это все разглядывать, изучать логически, внимательно так, скрупулезно. И вот он делает вывод, что вообще-то, если мы будем разглядывать иное, то это будет и нечто, раз мы его берем для того, чтобы рассматривать. Тогда вот то нечто, которое изначально было нечто, уже другое. Это иное. И приходим к выводу, что все равно, что брать за нечто, что взять за иное. Тогда давайте обратимся к этому самому иному. Не так, чтобы брать это иное по отношению к нечто, а взять нечто по отношению к самому себе. Вот я вам сейчас задам такую логическую загадку, диалектическую. Что такое иное, взятое по отношению к иному, к самому себе? Иное по отношению к самому себе – это что? Нечто. Иное, взятое по отношению к самому себе, есть иное. И вот если его взять как иное по отношению к самому себе, что это будет?
Не по отношению к другому, а по отношению... Вот вы по отношению к самому себе себя можете взять? Это вы по отношению ко мне можете себя взять? Это ясно. Вы студентка, я преподаватель. А вы по отношению к самому себе себя возьмите? Хотите меня возьмите как по отношению ко мне? То не к вам уже, а ко мне. Можно взять иное по отношению к самому себе. Что это будет? Может, это будет представление человека в глазах другого? Нет, как раз не в глазах другого. Своих глазах. Своих. Смотрите, давайте. А вот это делается так, вот в логике записывается. Иное, иное, есть иное. Ну давайте запишем эту фразу сакраментальную. Иное, иное, есть иное. Согласны? Ну это то есть, как человек представляет себя в своих глазах, но при этом он может быть совершенно другим, объективно, если его оценивать. А мы только об другом и говорим. Иное – это и есть другое. Просто все равно. Ну, хотите другое, другого есть другое. Слово «иное» и «другое» – это синонимы. Здесь безразлично, что брать. Давайте «иное» будем брать. Иное и «иного» есть «иное». Вот теперь послушайте, как это можно прочитать. Вот если читать это вот то, что написано, ну, вот, а журналисты, они вот так могут написать, чтобы разные люди читали и так, и эдак. Значит, «иное и «иного» есть «иное» же. Взяли «иное» и получилось «иное». Согласны? То есть иное, иное есть иное, это равенство иного с собой. Вот если вы Иванова, то и вы и есть Иванова. Но можно и по-другому прочитать. Иное, иное есть иное. Вы что, не видите, что написано? Иное. Иное же написано, другое. То есть не равенство с собой. Да? Да? Иное, иное. Если иное же... Мне кажется, ну, что если разобрать прямо по словам вот это утверждение... Да, так это логика. А логика – это движение, так сказать, понятийное, в котором движение мысли заключено. А что делают журналисты? Они мысли как раз хотят довести через понятие, правильно? Вы же будете по-русски писать или, как, или цифрами? Как пифагорейцы хотели выразить все мысли только цифрами. А вы словами будете писать. Например, вот есть у Гегеля понимание такое, есть реальность, а есть отрицание. Вот я могу сказать, вы красивая девушка, так? А есть другой вариант, вы не дурна. Вам какой лучше, больше нравится, вот если я буду писать как журналист? Первый вариант же лучше. Или про меня, вот скажем, можно сказать, вот человек умный, да? А потом вы говорите, зачем вы так про вас говорите? Давайте скажем, что вы не дурак. А еще скажете, что я не вор, не жулик, никого не зарезал, никого не убил, ничего ни у кого не украл, и будете перебирать вот целый день. И будет все правильно. И от меня будут шарахаться уже люди. Так ведь? Допустим, я рассказываю, что я не сделал. Вот если что я сделал, это очень кратко можно изложить. А вот чего я не сделал, ну и про вас можно то же самое сказать. Чего вы не сделали, это не сделали, того не сделали, это не сделали. Поэтому, как говорят историки, людей оценивают не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Ну так вот, вот теперь вывод, который сделал Гегель из вот такого рассуждения, иное, иное, есть иное, один, что это тут вот заключено две мысли. Равенство с собой, это значит иное, иное, есть иное. Ну было иное, осталось иное. И неравенство с собой, иное, иное, есть иное. Не такое. И неравенство с собой. А теперь посмотрите на себя, и если вы живете, не мертвы, то это относится к вам, впрочем, как и к любому другому нечто. Правильно? Вот вы равны самой себе? Что значит? Что значит? Если это вы не равны, отдайте документы сюда и выходите отсюда. Что значит, вы не знаете, кто я? А если вы не знаете, отдайте документы, мы знаем, чьи это документы, мы сдадим в деканат. Кто-то тут еще сомневается, что он равен самому себе? Все так. Зависит от обстоятельств. Я вчерашний и сегодняшний уже два разных я. Что в два раза? Ну, это два разных человека. Я вчера и я сегодня. Ну, так вот я вот два разных, да. Вот я и говорю, давайте документы. Мне нечего прикидываться тем человеком, который был вчера. Давайте сюда документы. Я как я лицо официальное, я назначен университетом, вам преподать, я отдам соответствующие органы. Пусть. А вы потом идите, бегайте, ищите себе новые документы. Вы же совсем другой человек. А что вы себя выдаете за ту, которая вчера была? Почему вы себя? Это человек, который себя выдает. Посмотрите на нее. А выглядит...
Вроде бы прилично. Вроде бы. Вроде бы. Ну да. Вот. На самом деле, вот это, то, что мы сейчас с вами сделали, это логическое выражение того, что каждый человек и каждый предмет, он и равен самому себе, и не равен самому себе одновременно. То есть не так надо или это выбрать, или то выбрать. Так нельзя действовать. Так делается в формальной логике. А в диалектике нужно взять и то, и другое. Вы и равны самой себе или не равны? То есть если вот я вам читаю лекцию уже почти час, а вы все равны самой себе, что это нужно, как это нужно оценить? Это можно на вас напасть, что, дескать, вот я вам читаю битый час, а вы все равны самой себе. То есть как бы и не в коня корм. Толку не... А можно по-другому, как вот правильнее будет делать, что вот, потому что нельзя студентов обвинять. Как можно студентов обвинять в том, что они чего-то не понимают? Это недопустимо вообще в педагогической практике. Кто виноват? Значит, такой преподаватель, что вот он уже преподает целый час, а студенты остаются равными самой себе. С чем пришли? С тем и остаются. По-прежнему только равны самой себе. Вот только единственный человек сразу сказал, да он теперь уже не знает, равна она самой себе или нет. Вас уже и в фирму вашу не возьмут, кстати. Потому что вы не знаете, вы равны самой себе. Брали-то вот такую, такая, которая равна была самой себе. Меня как раз за это взяли, что я не знаю вообще, что происходит в себе или не в себе. То есть вас набирают вот тех, которые не знают, кто они. Хорошо. Может, и меня возьмут, я тоже не знаю. Так вот, это на самом деле то, что мы с вами рассмотрели, это определение изменения или изменяющегося нечто. А как вы еще можете изобразить изменяющееся нечто? Изменяющееся, если оно равно самой себе и не равно самой себе. И надо сказать, что это вот диалектическое понимание, оно проходит даже и в рекламу. Вот тут есть специалисты по рекламе. Рассказываю. Одно время, еще до того, как ремонтировали эту Василеостровскую, я как раз после таких занятий спускаюсь вечерком в метро Василеостровская, а там девушка в цветастом таком платье и написано: «Меняйся чаще». О! Думаю, диалектика. «Меняйся чаще». Но это так только изменение подчеркнуто. А равенство с собой как? Тут что, вообще ездит? То есть и мы с вами познакомились, а вы уже не та. А потом опять не та. А где та? И вот иду я по Дворцовой площади на занятие. И вдруг там стенд. «Меняйся, но оставайся собой». Орифлейм. О, дают. Думаю, ничего себе философы диалектики уже работают там, в этих фирмах. Они далеко продвинулись. «Меняйся, но оставайся собой». Потому что измениться может только то, что остается. Если это не вы меняетесь, то тогда это не изменение. Правильно? Было одно, стало другое. А вот когда одно и то же становится неравным самому себе, тогда это изменение вот этого одно и того же. Правда? То есть вы в процессе своего обучения, переходя из студента, который в себе журналист, в журналиста, который уже не просто в себе, не в становлении только журналист, а журналист в полной мере, вот, вы совершаете этот процесс изменения. Причем движение идет как движение низшего к высшему, простого к сложному. Это то есть развитие. То есть идет развитие. И обучение состоит в том, а учится кто? Мы вас учим, преподаватели, или вы учитесь, а мы вам помогаем. Как вот говорится-то? Я учу себя. Себя. Вы учите себя? Нет. Как нет? А кто? Учусь. Вы учитесь. А я у вас как бы кто? Костыль. А когда вам костыль будет не нужен, вы его, особенно он до экзамена будет нужен, на всякий случай. Черт его знает, как эти экзамены, такое дело. Могут что-то не то поставить, а потом раз после экзамена можно уже и не здороваться. Мы курс закончили, все. Ну вот я и хотел, так и я и думал, что что-нибудь хорошее скажу, так приятно даже, что сразу меня успокоили, что это не про вас. Ну вот,
Так вот, это тоже бытие, вот это нечто мы рассматриваем как бытие. А потом, если пойти дальше, вот эти, вот, так сказать, диалектические дебри, которые все проработал, опираясь на всю философию двухтысячелетнюю Гегель, мы приходим еще к одной категории. Это категория существования. Существование. А я сегодня уже говорил, это не просто бытие, а бытие с основанием и при определенных условиях. А можно еще более богатое бытие найти? Вот у нас ведь в арсенале журналистов должен быть такой, вот как хочу, так и скажу. Вот что мне нужно, как мне нужно изобразить, подойти. Есть более богатое, а есть и понятие явления. Если это явление, а можно сказать, вот это настоящее явление явилось народу. Да, явление. Ну, во-первых, явление не может быть скрытным, верно? Если это явление, то оно его уже не скроешь, не спрячешь, верно? Если это общественное явление, это не то, что оно есть в сарае или есть где-то в гараже. Оно уже есть, так сказать, на глазах у людей. Это явление. А как его оценить? Это другой вопрос. Оно, мы оцениваем его будем в зависимости от того, что оно, куда это движется. А вот у каждого явления есть закон. Как вы думаете, что такое закон? Только не в юридическом смысле. А закон как то, что характеризует явление. Может, закономерность, что оно появляется? Ну, если закон – это закономерно, это закон как закон. Это больше похоже на тавтологию. Так вот, у Гегеля очень выражено, очень кратко и очень легко запомнить. Закон – это спокойное в явлении. Вот вы волнуетесь там, спорите, доказываете, да? Приходите на занятия, уходите, сдаете зачеты, экзамены, потом еще будут курсовые, так, выпускная коллекционная работа, суета-сует. Потом вам скажут, давайте эту вашу работу засуньте в блэкбот. Вы будете бегать, она туда не засовывается. Потом тогда, значит, вы еще найдите дяденьку какого-нибудь или тетеньку из другого вуза, потому что придумали, что у вас, наверное, не хватает здесь специалистов-журналистов, что давайте обязательно откуда-то со стороны возьмем, и пусть он напишет на вас отзыв. То есть, когда были специалисты, мы в университете могли найти специалистов, по крайней мере, из другого факультета, чтобы не надо было обращаться в другой вуз. Нет, непременно из другого вуза. Вот недавно мне пришлось писать отзыв на выпускную коллекционную работу для журналиста из института профсоюзов, университета профсоюзов. Потому что там вот некому написать. А у нас теперь непросто. Вот я написал, понес заверять свою подпись, что я в отдел кадров. И прежде чем тебе поставили печать, что подпись такого мы заверяем, сказали, пишите бумагу, что вы не возражаете против размещения на сайте университета вашей рецензии. Бац, мою рецензию скопировали на ксерокс, и она в этот же день уже висела, рецензия на вот выпускную коллекционную работу товарища из другого вуза, она уже висела у нас на этом самом сайте. Можно подумать, что все только и делают, что лазают по этим сайтам, чтобы прочитать рецензию на другую работу другого студента. Ну, просто так. И так много этого всего, этой всякой суеты. А что за этой суетой? Спокойно есть в этом явлении? А спокойно в этом явлении, что вы получаете высшее образование. Прав я? Идет процесс становления специалиста, становления бакалавра. И вот этот процесс идет, и это спокойное явление. А что вы там сейчас делаете? Или слушаете лекции, или готовитесь к зачету, или к экзамену, или курсовая, или выпускная. А вот это спокойное явление есть закон. В каждом явлении есть свой закон. Или если вы смотрите на бушующее море, вот вы едете на корабле, пересекаете Атлантический океан, а там есть ведь такие течения, которые, несмотря на все, что там наверху происходит, они, тем не менее, остаются неизменными. Гольфстрим все время же течет и течет, и огибает, да, огибает и Швецию, и Финляндию, и там погода бывает теплой, когда у нас южнее и холоднее.
Но это спокойные. А бывает так, что на одном уровне спокойно, а на другом буря. Нам иногда сообщают, причем смс-ки мне присылают, штормовое предупреждение, на уровне 30 метров буря. Ну, мы, конечно, боимся бури на уровне 30 метров, но она нас, в общем-то, особенно... Деревья она нам не поломает, потому что на уровне 30 метров уже нет деревьев. Вот. И надо заботиться о тех трубах, которые у нас стоят заводских. Но это не все еще виды бытия. А есть еще бытие, которое называется действительное. Вот у вас есть какой-нибудь документ? Есть? Ну, карточка. Банковская. Есть? Есть? А банк не лопнул? Вот сегодня утром сообщили о трех банках, отозвана лицензия. То у вас карточка, она есть, но, может быть, уже недействительна. То есть в каком смысле недействительна? То есть вы ничего с ней, нечего с ней делать, потому что идите в агентство по страхованию вкладов и клянчите, чтобы вам выдали в пределах того, что они возмещают в случае закрытия. В том числе в Татарстане грохнулся банк, и уголовное дело заведено по поводу руководителей. И я могу вам сообщить, как, так сказать, человек, который так за этим следит немножко. У меня ученое звание профессор по кафедре экономики и права. И я читаю, так сказать, регулярно, так сказать, литературу экономическую. Могу вам сказать, что у нас довольно широко распространена практика набрать деньги в качестве капитала банка. Но если я банк создал, могу я вас пригласить положить свои деньги на депозит? Вас приглашают. Мы больше даем, чем другие банки. И вы ко мне придете. А я сначала переведу через электронную систему в другую страну эти деньги. А потом у меня шенгенская виза есть. Сяду на самолет и улечу. И вот из серии вот этих руководителей банков и собственников самый крупный вывод из страны активов банка, которые не принадлежат этому банку, а просто являются деньгами вкладчиков, 200 миллиардов рублей. И улетел. А дальше ловите его. А самые малые – 20 миллиардов рублей. Поэтому вот можно оказаться вот так вот. Вот документы у тех, кого гражданин Полонский. Известна вам такая фамилия, нет? В Москве. Они со своим приятелем организовали строительную фирму, которая ничего не собиралась строить. А вот давайте мы с вами организуем фирму. Вы будете изображать строителя, потому что у вас там проекты в машине, а я буду деньги собирать. Несите сюда. Вам какая квартира? Четырехкомнатная. Ну, это дороже. Вам трехкомнатная? Это дешевле. Вам однокомнатная? Совсем дешево. А вам вот там вот, вам студию. Итак, обойдетесь из студии, у вас больше денег нет. Все собираю. Собрали. Всем вдвоем, с приятелем. А приятель, смотрите, как он изображает, какая работа идет, кипит, там все идет, все вы на учете, все ваши деньги там все считаются, все знают, когда сдать, когда уже вводится в строй, все это. Вы же прекрасно понимаете, что можно взять, напечатать и все рассказать. Какая ответственность я напечатал? Ну, не получилось. Потом он собрал, уехал, этот Полонский. Но прежде чем уехать, он объявил в газете «Коммерсант», ну, в таких выражениях, которые я бы не употребил, но это напечатано было. Что нам делать? Мы, журналисты, должны, как говорится, иметь дело с тем, что есть. У кого нет миллиарда, идите в жопу. Напечатал и уехал в Камбоджу, забрав 7 миллиардов у вкладчиков. Вкладчики больше эти деньги никогда не получат. Кто такие вкладчики? Это те, которые хотели получить квартиры. Может быть, один раз они в жизни эту сумму собрали, и на этом все. И денег этих нет. А там тоже люди непростые в Камбодже. Говорят, хотите, чтобы вот ту хвост у вас обрезали мы, российский, что вот давайте будете гражданином Камбоджи, все будет хорошо, давайте 1,5 миллиона долларов, и мы вам даем гражданство и защищаем от российского правосудия, и мы вас не выдадим никогда. А он стал с ними скандалить, хулиганить там на пароходе. Тогда они его завернули и говорили, заберите обратно, и нашим отдали. И он теперь в СИЗО сидит, еще не судили его. Спрашивается, а деньги? А деньги все. Денег уже никто не получит. Ну как, вот МММ собирал.
Где они деньги-то? Кто-нибудь вернули? Нет. Мало того, что не вернули, он снова собирает. Уже без всяких бумаг, просто на доверии. Сдавайте доверие. Вот сдайте мне, и вы завтра будете обогащены. Сдают. Мошенничество. Как определяется? Знаете определение мошенничества? А? Получение выгоды, получение введения в заблуждение. Или нет, что-то связано? Ну, как-то гордо надо объявлять. Если уж мошенничать, так это гордо, красиво. Вот вы вот со мной разговариваете, а может, я мошенник? Потому что если вы не знаете, кто такой мошенник, как вы можете определить, мошенник я или не мошенник? Ну, логично же, да? Да. Так вот, мошенничество – это злоупотребление доверием. То есть вы мне доверили, а паспорт заморели у меня, а моя фамилия точно как написана в этом в расписании. Вот вы смеетесь, а приходят такие, и пиджак – это мой пиджак, или я по дороге снял? С гражданина. Всяко в нашей жизни сейчас бывает. Злоупотребление доверием. Целая, так сказать, статья уголовная. То есть люди доверяют, отдают, и все. И все, никто им не вернет никаким образом. Вот, поэтому это вопрос о действительности. Если у вас есть билет, то это не важно, не факт, что он действительный. Правильно? А если у вас есть знания, то не факт, что они действительно знания. Ну, мы проверим, они действительно или нет. Мы эти знания проверим на экзамене. Но это интересно. Причем, что такое, если вот мы смотрим на явление и закон, то вот как бы явление – это поверхность, а закон – это в глубине. Да? Сущность. У вас же есть сущность. Сущность у вас благородная, но иногда вот вы что-то начинаете. Или не то сказали, или кого-то толкнули. Случайно. Но это явление такое неровное. А сущность благородная. А вот если мы говорим о действительном, это уже, если вы вот на поверхности явлений, есть то, что соответствует сущности. Не только это вот у вас в глазах просвечивает, а на самом деле вы такая и есть. О, действительно такая. Вот это действительность. Чувствуете, какая категория хорошая? И вот надо сказать, что такая бедность философская, она потом превращается и в такую бедность журналистскую, потому что ну, категорий-то много, а все молотком, молотком, молотком одно и то же. Как-то молотили перестройка, перестройка, реформирование, реформирование. А в чем, говорит, цель корабля? Плыть. Ну, потому что реформирование – это менять форму. Давайте меняйте форму, пока не превратитесь в червяка. Если форму все время менять, что будет? Черти, что будет? А бесформенно – это безобразно. Ну вот тема онтологии, которая рассматривается как вот такая тема философская, она на самом деле, она со стороны бытия позволяет пройтись по всем основным категориям, потому что все равно каждая категория имеет вид или бытия, или ничто. Или так. Или так. И от этого уже никуда вы не денетесь. Так вот, само слово «бытие» было введено Парменидом, да, в Древней Греции. Вот первый он сказал, есть только бытие, а небытия вовсе нет. Гегель бы его тут же на слове поймал. Как нет, когда вы сами сказали, небытие нет. Сказали, значит, оно в этом вот высказывании-то и есть. Ведь не говорится же оно, где нет, где его нет. Где-то оно есть, вот в высказывании. Это во-первых. Во-вторых, как показало дальнейшее развитие философии, мы можем взять абстрактное бытие, чистое бытие, бытие и все. И можем взять ничто, ничто и все. Но на самом деле в жизни всегда есть либо ничто, переходящее в бытие, вот оно, это называется... Ничто, переходящее в бытие, как называется, товарищ журналист? Не слышали такого? Не было и стало. Можно я скажу? Восстановление. Возникновение. Нет, становление – это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. А я спросил – ничто. Ну, только живое ничто, но реальное ничто какое? Это всегда такое ничто, которое не абстрактное, а которое переходит в бытие. Правильно?
а бытие, которое не абстрактное. Это бытие, переходящее в ничто. Про вас не буду говорить. Моя жизнь неуклонно ведет к известному концу. Вашей нет. То есть, причем это мы можем говорить о развитии. Развитие – это же движение низшего к высшему, простого к сложному. И любой человек в любом возрасте развиваться может. Правда? Но это не значит, что он еще при этом не идет к завершению своей, этой восходящей жизни. Или есть такие, кто в этот, не попадает в эту категорию. Как писал Шутов Юрий в свое время в своей трилогии про Собчака, из этой жизни еще никто не вышел живым. И так оно и есть. Причем это одновременно. Вот вы с одной стороны меня слушаете, а с другой стороны давно уже не пили ни кофе, не ели. А у нас хоть перерыв-то будет, нет? Так вот, это же что происходит? Во сколько у нас должен быть перерыв? 40 минут. 40 минут. Ну, еще 10 минут, и мы умрем. А если бы, скажем, была бы 41, вы уже меня можете наброситься и загрызть, потому что скажет, он сам виноват, потому что нельзя. Это же вот точка. Тут люди уже не управляют собой. Поэтому, наверное, и закрыли буфеты. И установили такие цены. У нас таких вот нет цен в Институте философии. Переходите к нам. У нас ну, 32 рубля, а тут, понимаешь, 50. Может, у вас там написать, это профессорские автоматы. Тогда я понимаю. Я такое не видел. Здорово у вас. Считаю, что журналисты, наверное, скоро они будут много зарабатывать. Пусть пока сейчас помучаются. Пусть им будет потяжелее. Или чтобы вы немного не выпили кофе, чтобы голова не звонила. Я не знаю, чем там это у кого. Вот такого нету. Вот мы с коллегой сегодня брали. 32 рубля. Хочешь такое, а тут 50 сразу. Но мы же народ просвещенный, так сказать, философский. Мы цены должны как двигаться? Куда? Вверх или вниз? Вот это вы, значит, такие злые. Это из-за вас так все. Ну и ешьте тогда, пейте свой кофе по 50 тогда. А это потому, что это вот это называется явление. Вот. А я вас спросил, чего должны. А долженствование – это быть тем, что оно не есть. Вот послушайте внимательно. Долженствование состоит в том, чтобы быть тем, что оно не есть. С чего вы решили, что если цены растут, то они должны расти? Во-первых, цены никогда не растут. Не обратили внимания? Никогда не растут. Никогда. Ни на что цены не растут. Выход. Вот как люди, особо зоркие журналисты, вы так вцепились. Посмотрите, вот придете вот на рынок, ходите в магазин и смотрите на ценник. Он никогда на ценнике, вот цифра 4 в 5 не превращается, а 5 не в 6 не превращается. А знаете почему? Это другая тема. Это другая тема. Не надо нам. Вот цены растут или нет? Нет. Нет. А что с ними происходит? Их повышают. И тогда сразу акцент уже на другом. Если цены растут, это объективный процесс. Вы что, против объективной действительности пошли, товарищи журналисты? А если их повышают, кто повышает? Зачем повышает? Может, их не надо повышать? А как вообще с точки зрения экономики, вот скажем, производительность труда у нас растет в обществе или нет? Растет. А когда-нибудь был такой период в развитии человечества, когда производительность труда не росла? Да. Нет? Не было? Нет, а в Великой Депрессии производительность труда выросла? Производительность растет всегда. Вы изучали, так сказать, как вообще произошло человечество? Помните каменные топоры? Ну, мы и не очень с вами помним, мы в то время не жили, но знаем. Да, каменные ножи, потом был бронзовый век, потом железный. А сейчас уже нам не показывают, какая сейчас техника, но техника совершенствуется. И люди, между прочим, тоже совершенствуются, умелость растет. И что? А если, скажем, кто-то это не проследил, то он может задать себе такой вопрос. У нас продуктов больше становится, а рабочих больше или меньше? Больше. Рабочих? Да ладно. За столами больше сидит людей, а рабочих-то все меньше и меньше. А продуктов больше.
Ну, в сельском хозяйстве. Ну что, раньше было там человек вручную делал, а сейчас засеют огромное поле, а потом не притрагивается рука человеческая, комбайнами все уберут. И на машинах все увезут. Сколочники все это сыпят, там будет все это перемешиваться, потом повезут печь хлеб, и тоже там все будет механизировано. А вот потом упаковывать в полиэтилен вручную будет, единственное что. Производительность труда растет. Это общий социологический закон. Везде и всегда. Ну, понятно, как она растет. Больше, меньше и так далее. Но она растет всегда. А объемы могут и не расти, потому что если будет меньше продуктов, а еще меньше людей, например, у нас, скажем, на заводе «Светлана» в советское время работало 40 тысяч человек, в основном женщин. Сейчас 3,5. Где они? А на «Светлане» работали? А? На «Светлане» работали? Нет, я напротив «Светланы» живу. Я работал только в университете. 71-го года. А с 63-го я учился здесь студентом. Потом в аспирантуре был. Я местный. Сами мы местные. Так вот, если производительность труда, в чем она состоит, товарищи журналисты? В том, что один и тот же человек такой же продукт делает за более короткое время. Или за то же самое время производится больше продуктов. И в одном продукте содержится все меньше и меньше труда. А вот количество труда, которое содержится в одном продукте, называется общественно необходимые затраты труда. И вот у ценовиков, которые занимаются ценообразованием профессионально, существует такая сказка-присказка, что движение цен определяется движением затрат общественно необходимого труда. И так и было при капитализме свободной конкуренции. Ну вот если мы с вами торгуем пирожками и делаем пирожки, вот как мне вас побить? Я с вами конкурирую. Конкуренция – это не соревнование, это не то, что я вам расскажу, как я делаю, а потом вы начнете делать пирожки, и вас все пойдут покупать, а я разорюсь. Нет, я вам не скажу, как я делаю такие вкусные пирожки, что туда я закладываю. И вы не скажете, как вы делаете. И вот мы с вами боремся. Как мы с вами боремся? А я, если хочу вас победить в конкурентной борьбе, раз, и буду на 15 копеек дешевле продавать. И все старухи пойдут ко мне, а не к вам. Вон, видите, как они в народный магазин идут? Там же продукт нормальный, с гнилым смешан в этом самом народном магазине. Сколько раз уже прокуратура на это обращала внимание. И поэтому там вот, а люди за то, что там дешевле, это, ну, понятно, что если вы одновременно с нормальным продуктом продаете барахло, то цену можно и понизить. Они понижают. В итоге имеют свою прибыль и, так сказать, видимо, с помощью этой прибыли решают все вопросы, связанные с теми органами, которые пытаются их там пресечь. Цены с этой точки зрения, если они отражают затраты труда, они должны идти куда? Вниз. Ну, вот кто следил, например, принтеры, такой вот принтер обычный для А4, он стоил там примерно 1050. Вот я, поскольку вот главный редактор газеты с 1996 года, а в газете работаю с 91-го, «Народная правда». Так вот нам, мы купить не могли, нам подарили принтер за 50 тысяч. А сейчас такой принтер стоит, ну 5 тысяч. А вот обыкновенный, да, 4 принтер сейчас стоит 2500. Некоторые не знают, что есть такие дешевые принтеры, им говорят сразу, вот берите за 7 тысяч. Они берут. А я знаю, что есть по 2500. Где купить? Но это мы какое время живем? Мы живем не во время свободной конкуренции, когда, чтобы побить своего конкурента, нужно понизить было цену. И тогда конкурентная борьба заставляла цену приводить в соответствие с движением затрат труда. А сейчас другая картина. Сейчас вот я, если я монополист, я вот вас, если побил низкой ценой, как только я вас побил, сразу цену вздул, гораздо больше, чем она была до нашей с вами борьбы. И теперь уже я, во-первых, за счет производительности труда получаю дополнительную прибыль, потому что затраты все меньше, а цену я отнюдь не снижаю. Я установил монопольную цену, я ее наращиваю. А сверх вот той цены, которая была, это называется дополнительная прибыль, сверхприбыль. Вот и к прибыли прибавляется сверхприбыль, и вот таким образом построена монопольная цена. Поэтому я ее повышаю, она не падает.
и не снижается. И сказки нам рассказывают, сказки рассказывают, и втягивают журналистов эти в россказни о том, что все, и затраты на все растут, ну это смешно даже. Что вот эти фитинги, трубы, которые теперь это... Представляете, как трубы делают? Их прокатывают, раз там металл пошел, и оттуда вылетают эти трубы. Бесконечно идет труба, потом отрубаю, пока она еще красная. Трубы, или теперь еще пластмассовые делают трубы. И рассказывают, что это все дороже, дороже, дороже. Теперь нефть у нас дешевеет. Это вот сейчас договорились, меньше будем производить, чтобы она не дешевела. Мы договорились с Арабскими Эмиратами и так далее. Но когда она у нас, нефть падала, бензин у нас падал, нет? Нет. Это что значит? Ну, если я бензиновый король, цена на бензин, я регулирую. Это вам объяснили так? Кто мне объяснил? Вам объясняют все эти бензиновые короли, вам это объяснили. Потому что если я заинтересован в том, чтобы получить большую прибыль, я не собираюсь снижать цены. Я не обязан снижать цены. Нет такого у нас закона снижать цены. Нету. Это вам не Советский Союз. Вот сколько хочу, столько и установлю. Я монополист, мои бензоколонки. Вот будете покупать по той цене, которую я поставил. Не нравится? Уйдите отсюда и покупайте, где хотите. А где вы купите? Нигде. Вот и все. Вот монополия надо понять. Что такое монополия? Я хозяин-барин. А на хозяина-барина управу не найдешь. Это современная форма производства монополии. И так и разговаривают, как я с вами. Именно так. Еще и нападают, еще и собаку приведут, на всякий случай. Будете спорить со мной, я ее отпущу. Чоп найму, чтобы не разговаривали тут всякие. А кто такие чоп? Частные охранные предприятия. Вчера были бандиты, сегодня чоповцы. Они лицензию им покупили и ходят теперь. Значит, я работал одно время в ИПК, в нашем. ИПК, знаете, на декабристов, Институт повышения квалификации, был 40 лет. И вот мы однажды, значит, на лето уезжаем, со всех кафедр сдаем и охранникам под охрану вычислительную технику. Тогда еще их мало, этих было, компьютеров. Вот, сдали, все. Осенью приходим, уже того ЧОПа нет, и тех компьютеров нет, то есть как бы они стоят, крышки. А вся начинка уже изъята и продана, и нету тех. А сидят уже другие и спрашивают меня, а вы кому? Ну, а я в университете с 63-го года, я-то знаю, к кому, я-то к себе, а вы к кому, вы кто такие вообще здесь? Вот они у нас все проверяют, все контролируют. Днем контролируют и проверяют, а вечером забирают. Я же могу ночью на другой работе работать. Ночью я бандит, утром я охранник. Ну, надо рассол выпить, чтобы чувствовать себя хорошо. Так. Сейчас вы меня вот уже накиньтесь на меня и съедите, потому что уже одна минута пошла. Все. Перерыв.